Доброе утро, друзья. Good morning, friends. Сегодня у меня начинается еще одна поездка. Аж фир ек мера джо ек травелинг хай, во шуру хо ра хай. То ап саб мере саат бане рахие. Ис тайм мэй ху аэропорт Пулкова ме. Я сейчас в аэропорту Пулкова. Багаж я сдал. Аж мэй бай эйр жаунга. Ор рашин мейд аэроплен хога. Джисе кэте хэн хам Сухой Суперджет 100. Сухой Суперджет 100 будет моим самолетом. Пулково аэропорт то я вам не покажу, потому что он в моих предыдущих видео. Если возможно, то я дам ссылку в описании на него. Я уже показывал вам Пулково аэропорт, так что в описании я обязательно выложу к нему ссылку. То я бординг к лежарому. Я сейчас иду на посадку. Первый. First time я Russian made, что Сухой ка, что аэроплен, я усме батунга, то андер се апко дикатау. Сейчас. Здрасте. 12, пожалуйста. Спасибо. Добро пожаловать. Чота са аэроплен, я. Маленький самолет. 12A мери сиит ка номер е. Жасе ап дек рахе, сиит со рахе япар. 7 а гай. Маленький самолетчик, маленький. Е, япар е мера е сиит. 12A. Е сиит е мери. Вот это мое место. Вот, мы уже внутри. Вот крыло самолета. Будьте осторожны. Аэроплен, смотрите, как это пьяно. Ну вот что-то. Аварийные выходы и проходы. Чуть-чуть, но очень хорошо выглядит, смотрите. Маленький самолетик, но мне кажется, уютный. Расстояние, что дистанция с сидка, вы можете видеть. Мери 173 сантиметра height. В том числе электрический. У меня рост 1,73 м. Вот. Экипаж вправе производить фото. Логи все сари арахи, дехи. Авиакомпания вправе. Дехи, ранвей кидра пошли, дире-дире. Потихонечку движемся в сторону полосы, откуда взлетим, в сторону Москвы. Хам Москву ке лие флайт ле рехе. ये देखिए, ये है रनवे, это взлетно-посадочная полоса, смотрите. Маленький все-таки самолет, трясет немножко больше, чем Боинга или Airbus. Airbus или Боинг, мы
телетеком. होता है और इसमें सुपर जेट्स में थोड़े ज़्यादा झटके लगते हैं. जब वो रनवे पे जा रहा था बादलों के ऊपर आके ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया हमारी हो गई है. कदाली चिमनत अब्लाका में कर्ज़ सच तो वेस्ट मीर पद नामे мы контролируем весь мир от поворот через облака видны поля дома बादलों के बीच में से वो दिख रहा है थोड़ा सा शहर शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स के लिए बहुत अच्छा एरोप्लेन है. निदलिको लिताज नजम मोजना नब्रेमियर संघ पिचापुर मस्कवा в этом самолете на этом рейсе нам только дали стакан воды एक ग्लास पानी मिला बस खाने के लिए कुछ नहीं मिला इस फ्लाइट में здесь в этом рейсе еще раз говорю еду не даю только воды стакан один стакан воды प्लेन की लैंडिंग होनी शुरू हो गई है धीरे धीरे थोड़े कानों में थोड़ा सा जैमिंग हो रही है. Мы начали уже снижение. Скоро приземлимся в Москве в аэропорту Шереметьево. Москва में एयरपोर्ट का नाम है Шереметьево. वहाँ पर लैंड करेंगे. डोमेस्टिक हमारा टर्मिनल होगा. До свидания. Мы плен से बाहर आ गए. ठंडी हवा है. Вот там тоже есть суперджет. Вот сади जगह का है красота. अब लोकल बस में जाएंगे एयरपोर्ट तक. ये मैं लोकल बस बोलता हूँ. इधर तक कोई अवतोबस तथा तो हम चाहिए जब एयरपोर्ट तक चिरमिना पे है वहाँ से लोग निकल रहे हैं. देखिए वो तो मुझे संभाले और ये देखिए कितने सारे एरोप्लेन्स खड़े हैं यहाँ पे. होशुम लोगों संभाले होते हैं इस तरह नवे नज़दीक ही इस बोइंग एरोबस. बस से निकल रहे हैं. देखो हम फौजी भी हफ्तों गुस्सा ये देखिए रेड हमारे लिए स्टेयर्स है. नीचे लोग खड़े हैं वहां पर मूविंग स्टेयर्स पे जाने के लिए. हम ऐसे ही चढ़ गए टर्मिनल बी
Это терминал Б. Снимать много не буду, потому что я уже снимал терминал Б. Я ссылку в описании брошу, посмотрите. Линк дам, вы в терминал Б посмотрите, что предыдущие видео. Если вы подписались, отлично, если нет, подпишитесь. Subscribe कर लो भाई, इतना वीडियो देखते हो आप मेरा. Subscribe कर लोगे तो आपको जल्दी से पता चलेगा कि कौन सी नई वीडियो आई है, ठीक है? तब तक, до свидания, goodbye.